Среди крупного зверя Венгрии здесь обитает благородный олень, лань, кабан и косуля. Свою известность это лесничество приобрело благодаря сексуальным играм быков в октябре, реву оленей в сентябре и зимнему загону кабанов. Особую атмосферу охоте на быков лани придает то, что в этот период на них можно охотиться в любое время суток, то есть целый день. Быки с первого дня октября подыскивают место для сексуальных игр, там роют канавы и помечают их, и хриплым ревом привлекают внимание телок. Когда уже собралось много быков близко друг к другу, эта близость вызывает у них агрессивность. Они выбираются из своих канав на короткое время и попробуют отвоевать лучшие места и внимание телок. Эти схватки обычно короткие и не сопровождаются серьезными травмами. Готовящиеся к поединку быки позируют друг перед другом и хвалятся своей силой. Если после этого никто из них не убежит, схватка неизбежна. В лесничестве в Дюлай обитает два вида лани – черный и редкий белый. Охота происходит из засады. Быка можно подстрелить 7-миллиметровым калиберным охотничьим ружьем. Попадание чуть ниже лопатки быка сразу подкосило.
и он не может уйти дальше, чем 20-25 метров. Охотники-любители, которые приезжают к нам, подстреливают от 140 до 160 быков в год. Среди них встречаются и большие, 4-4,5 килограммовые трофеи. Благородный олень.